Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Спасибо. Молодцы. Вот боевая мощь. Это все, это 88-я школа. Это те девчонки и мальчишки, которые с этого клуба не уходят. Они готовы жить здесь, в этом клубе. Вот, покажите. Пожалуйста, вот наш альбомчик. Мы здесь уже на протяжении нескольких лет. Спасибо. Поднимаем боевую мощь. Подготовка. Прыгать-то даете им? Конечно. А вы у них спросите. А кто прыгал с парашютом? Маленькие. Прыгали, мальчишки, все молчали. А кто прыгал, ребят? А, вон они стоят. Это какой класс? Ну, в этом году, значит, ничего. У нас сейчас в городе 23 кадетских класса. И, в общем-то, вот за последний год резко приросло и в планах еще, чтобы увеличилось количество кадетских классов. Тут вот глава города у нас будущее. Они уже прыгнули, а вам еще предстоит прыгать. В этом году. Хорошо. Игружейные приемы здесь у тебя? Да. Это какое звание у вас, товарищ кадет? И потом, это лучший солдат. Давайте, хорошо. Покажи свою мастерскую. А мы в какую школу покупали макеты автоматов? 17-я школа. Автомат покупали в 3 района, но пока до вот 12 было, да? Вот дальше. Динамики сделали. Да. Было, да? Да. Молодец. Благодарю за службу. Это юные остальные. Видите, они уже прыгали. В каком стадии будете? А вы? Сколько лет? Здоровья не позволяет. Знаете, так, ребята, здорово, еще молодцы. По возрасту пока. 14 лет же у нас. Это 4 прыжка, так? Один.